Шестой урок и следующая буква арабского алфавита – буква «Джим». Буква «Джим» пишется следующим образом. Начинается она над строкой. И продолжается уже полумесяцем под строкой. Следующим образом. Давайте еще раз вместе. Буква «Джим» в своем написании более сложная, чем предыдущие буквы. Будьте внимательны. Вместе. И хвостик уходит под строку. Буква «Джим» имеет также точку снизу. Еще раз вместе. И не переживайте, если у вас сразу не получилось. У вас еще будет время для самостоятельной тренировки. Над строкой, полумесяц, под строкой. Точка. Теперь давайте потренируемся в произношении буквы «Джим». Джим, джим, джим. Буква «Джим» мягкая. Нужно ее произносить мягко. Джим. В то же время распространенной ошибкой является произносить ее как «Джим». Нет, правильно ее произносить «Джим», «Джим», «Джим».